Видишь, ребятки, с вами Лекс, и продолжаем играть в игру под названием Far Lone Sail. Мы с вами потеряли пол колеса. Каким образом это произошло, я так и не понял, но, видимо, мы за что-то зацепились, и в итоге колесо оторвало к чертям. Потому что жестко. Вот видишь, только спустились в эту воду, а в воде не видно, что там происходит. И вот так вот в итоге мы лишились половины колеса. Надеюсь, то, что только с одной стороны мы лишились колеса. Ой, офигеть, да, вот чувствуешь? Он теперь, блин, как катится. Чё? Чё? Чё происходит-то? А как мне теперь его вытащить? Может, буксовать его как-то? Можно забуксовать? Смотри, там крюк есть. Опа! И что мне с ним делать, с этим крюком? Здесь фонарик. Давай-ка фонарик отнесем. Фонарик, какая-то коробка непонятная. Блин, жесть. Ветра нету. Здесь буксует у меня колесо. Вот и думай теперь, что можно сделать. Полететь вроде бы я никак не могу. Так, фонарик сюда поставим вместо этого мячика. Готово. Ой, пипец какой-то происходит. Ой, пипец. Го, дальше сбегаем, может быть, что-нибудь найдем. Сейчас нужно будет. Ну, я не знаю, зачем я это сделал. Себя привязал к этой штуке. Какие-то коробки новые. Канистры тоже новые. Но я не думаю, что нужно идти дальше. Потому что, видишь, нам прям показывают. Игра показывает, что не иди дальше. Не иди, пока здесь не закончишь. Блин, господь. Помоги. Помоги мне разобраться с этими коробками, господь! Так, толкаем их туда, потому что не хочу возвращаться по 10 раз туда-сюда. А если, к примеру, может быть, мы все-таки разбуксуемся? Мне кажется, мы разбуксуемся, если сейчас будем конкретно по максимуму заполним этот движок. Бак вот этим вот новым двигателем. Ой, новым топливом. Давай попробуем новым топливом заправить. А посмотри. Видишь, лампочка горит. Нифига себе, у нас есть такая система. Я только сейчас понял об этом. Тогда не надо ничего заполнять. Посмотри. А, это, видимо, коробки с углем, да, кстати? Не знаю, что-то черное нарисовано. Давай-ка это сюда, чтобы там не заполнять ничего. И это сюда. Я понял, смотри, здесь есть система, которая берет и притягивает. Я только сейчас понял. Я даже не знал, что у нас такая система-то есть. Я видел эту кнопку всю игру, но я не думал, что она для этого. Ну все, можно включать, я думаю. Мы разбуксовали. Опа. Побежали. Одну коробку с собой возьму, если получится. Здесь включаем. Только не говори, что ты будешь буксовать дальше. Серьезно? Он дальше буксует, ты прикинь? Я не думал, что он будет буксовать. Нужно все-таки выйти на дорогу, я понял. Я не думал, что он будет буксовать здесь до сих пор. Мы уже практически у этого, у дороги находимся. Он все равно буксует. Давай, 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 выходи отсюда. Но если и сейчас будет буксовать, то я не знаю, что делать больше. И больше делать ничего не остается. Не-не-не, он укатывается. Нужно на стоп-кран ставить. Давай-ка по максимуму сюда. Сейчас стоп-кран зафигарю. Оп. А я не знаю, стоп-кран поможет мне сделать так, чтобы мы не скатились. Скатились. Хопа. Активируемся. Ну, он столько же за этой коробкой завосполняет, сколько и та. Ну все, нажимаем на этот. Я сейчас должен буду сделать вот так вот.
Быстрее, 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 быстрее. А, она сама! Она сама опускается, все! Я-то думал, мы сейчас зацепимся и все, не отцепимся. Она сама отпустилась, и все. Ну это изи. Это изи получается, ребят. Все, коробок у нас дофига, топлива у нас дофига, новых вещей каких-то там, которые сверху у нас находятся, тоже дофига. Всего дофига вообще. Мы с вами чувствуем себя прям идеально. Олигарх на колесах. Ну все есть. Вроде бы ничего на пути пока нету. Правда, колесо, видишь, сломано. Нужно где-то его чинить, и я не знаю, правда, как. Этой штукой я не думаю, видишь, она не светится, значит, ее нельзя чинить. То есть, если бы нужно было чинить именно... фиговина эта, которая сварочным аппаратом, нам бы написала то, что вот, чините сварочным автоматом, аппаратом. Вот это скоростюга, а! Не скорость, а скорище. Ну, конечно же, у нас кончилось топливо в этот момент. Просто постапокалипсис конкретный. Посмотри, везде просто ничего нету, пустота. Ну, какие-то ветряные мельницы все равно крутятся же. Для чего? Непонятно до сих пор. Темно, кстати, стало. То есть мы за все это путешествие, видишь, насколько сильно темно становится. О, мы, кстати, сохранение до сохранения нашли. Опа, на это что такое? Ой-ой. Нифига себе. Ну, немножко протаранили, бывает. Печально. Ладно, давай поднимемся. Я что-то слышу. Починим движок, потому что он у нас немножко сломан. Эй, куда, 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 куда? Стоп-кран. Стоп-кран, говорю! Там мы что-то слышим, ребята, что-то ловится здесь. Какие-то помехи. Как будто кто-то пытается нам что-то сказать. Ну окей. А, вот вышка, радиовышка стоит. Здесь всякие вкусняшки, давай-ка их отнесем. Ладно, сюда поставлю. Если что, потом распределим. Сюда. А как мне туда добраться? Давай, 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 закидывайся. Все, все здесь. Нифига себе, это какая-то фабрика. Посмотри-ка. Коляска. То есть это город какой-то был? Мы успели уже до какого-то города доехать? Нифига себе. Какие-то капсулы, видишь, вот такие вот специальные. Для чего они нужны? А если я сюда, к примеру, зайду и нажму на X? Не, ничего. Я думал, может быть, что-нибудь покажет какой-нибудь момент, который не видно. We build our future. Мы строим наше будущее. Да, у вас получилось, я вижу. Неплохо получается. Видимо, что-то пошло не так. Но пока нам не объясняют, что именно. Из-за чего это все произошло. Ну, судя по тому, то, что они специально какие-то острова новые с людьми создавали, ну как, для того, чтобы люди жили. Скорее всего, перенаселение такое-нибудь или что-то такое подобное. Опа, активируем. Что происходит? Опа-на! Это что такое? Нифига! Нифига себе! Поехали! We build our future. И там нарисовано какой-то крейсер, да? Но это не наш корабль нарисован, это именно корабль обычный какой-то. Это, видимо, какой-то завод кораблестроителей, да? Которые корабли раньше строили. Хотя, может быть, и нет.
Ну слишком много кораблей здесь. Ой-ой-ой, сейчас полетим. Фух, повезло. Ну, мы можем падать, нам не страшно. Мы умеем летать. Побежали. Ну мы там что-то активировали, значит можем проехать дальше, да? Опа-на! Ну я говорил. Нифига здесь перевернулись ворота, посмотри. Красиво-то как сделано. Ну все, какие-то сигналы ловит до сих пор эта штука. Приемник. Так. Еще коробочку. Да, еще коробочку-то засунуть. Опа. Ну, топлива у нас на всю жизнь хватит. Погнали. Ну, посмотри, как мы едем странно из-за этого колеса. Просто бэнг, проваливается и опять. Ой. Мы здесь проезжаем спокойно. Смотри, все трубы эти ломаются. Мне вот нравится то, что электричество до сих пор есть. Я понимаю, то, что там ветряные мельницы. Но кто за ними следит-то постоянно? То, что они до сих пор работают. Я думаю, нам хватит топлива, чтобы доехать. Хотя я не уверен, на самом деле. Да, правда, куда доехать, да? Здесь мы проезжаем, где мы оказываемся? Не хватит. Я ошибался. Опа. Давай, 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 давай. Угу, здесь ворота какие-то опять. Ой-ой-ой, там что-то есть. Ой-ой-ой, сейчас врежемся. Ну все, уже поздно. А, кстати, мы немножко замедлились. Нормально. Нифига себе, все разлетелось. И цветок отлетел, и все. А там какая-то штука непонятная, видишь? Надо ее взять, кстати, посмотреть, что это такое. Ага, супер. Вот как сделать, чтобы эта штука поднялась? Чтобы я мог туда, вниз. Придется обходить. Чё это такое, кстати, не видно даже нифига. Пакет с мусором? Это какая-то игрушка! Не вижу, что это такое. Какая-то игрушка, ребят. Либо плюшевый мишка, либо какая-то черепашка, я не знаю. Да камон! Дай выйти. На моем этаже. О, да, плюшевый мишка синий! Прикол. Все. Смотри, сколько вещей у меня здесь. И мячики, и игрушки, и радио, и фонари, и все остальное. Все просто есть. Просто все. Погляди. Это что сейчас делается? Нифига себе, это моторчик мы установили? Этим мы сейчас плыть будем? Серьезно? Ну, давай попробуем. Эй, выпустите меня. Не в ту сторону, да? Нам в эту сторону. Как хомяк в колесе, да? Окей. Главное на кнопку случайно не нажать. Да, у парня, видимо, сильные лапы, сильные ноги, сильные
задние конечности. Он, видишь, сам может такие гигантские махины перемещать. Нет людей. Я один остался. Не знаю, почему так произошло. Но, видите, вначале мы похоронили отца. Я так понял, это был отец, потому что там была могила. Скорее всего, мы играли какую-то важную роль в развитии всего этого мира. То есть мы единственные, кто за этим всем присматривали. И отец после этого сказал, ну, видимо, погиб или умер, я не знаю. И он говорит, давай все на тебе, сынок. Так, забираем коробку. Пылесос работает. Опа-на! Опа-на! Какая-то штука опять-таки новенькая. Там и лифты есть, и все. Ты погляди. Ух ты, глянь, ты глянь. Ну-ка. Главное сейчас быстро, слишком сильно не ускоряться. Мало ли сейчас что произойдет. Ну, здесь видишь такой вот лежачий полицейский. Опа, приподнял меня, приостановил. Опа. Бэнг. Ой-ой-ой-ой-ой. Лежачий полицейский. Нормально. Эта штука откуда-то упала? Или она там стояла? Давай-ка, поднимаем тогда шарик обратно. То он упал. Надо его сюда куда-нибудь закинуть, чтобы он не вылетал никуда. Так, окей. Куда дальше? Я допройти-то могу? А, я могу перепрыгнуть сверху, точно. Перепрыгиваем сейчас сверху. Заходим в этот лифт. Не знаю, что там наверху будет. Камон, не туда. Еще выше. Хопа. Я так понимаю, ребят, колеса. Видишь, сверху что? Колеса находятся сверху. Нифига себе, сейчас колеса все новые поставим. Здесь все предусмотрено у этого парня. Так, на лифте поднимаемся. На лифте. Сюда. Ну да, по-любому сейчас колеса будут меняться. Только как это все делается, потому что слишком много кнопок всяких. Ага, приподняли. А, я не могу допрыгнуть до этой штуки. А, или она сейчас автоматически будет меняться все. Мне не нужно никуда прыгать. Ага, во! Нифига себе! Ну сюда нажму, окей. Что получится? Опускаем эту штуку. Она вывенчивает старые колеса, да? Да. Старые колеса, бэнг! Не нужны больше. Эту штуку приподнимаем. Ввинчиваем новые колеса. И ставим их на место старых. Там, видишь, не колеса, там вся эта подвеска была. Видимо, здесь и собирался этот механизм. Эта махина здесь и собиралась, по всей видимости. И ставим новые. Во! Круто. А чтобы отпустить, что нужно нажать сюда? А, она сама... А, это лифт, видишь, отпускает нас, окей. И все, и мы на месте. Нифига у нас колеса крутые. У нас супер модные какие-то. Далее достижение Pimp My Ride. Прокачай мою тачку. А, шарик упал. Это шарик? Камон, нифига себе ты падать. Я его спрятал, видели куда? Далеко-далеко. Он в итоге все равно вылетел в самый низ. Так, цветок. Давай-ка. Придерживай этот шарик. Здесь у меня просто склад. Склад вещей каких-то непонятных, ненужных. Здесь получается.
Так, давайте все починим, потому что у меня сейчас получается не двигатель и какая-то еще штука сломана. Какая, я не понимаю, правда. И где она? Какая-то штука сломана. А, все понял, какая. Вот эта штука сломана. И двигатель починим. Готово. Все. Там, кстати, у нас бочечки. Не знаю, может быть, сходить взять их. Давай сходим. Почему бы нет? У нас очень много топлива. Просто, наверное, столько топлива никогда у этого чувака не было. Даже до постапокалипсиса. До апокалипсиса. Так. Первая бочка есть. Побежали обратно. Коробочку тоже забираем. Можно было запылесосить их, но камон. Можно и так. Почему бы и нет? Осталось лишь выбраться отсюда. Ладно, ребят, на этом я закончу. Надеюсь, вам понравилось. Да, обязательно ставьте лайки, пишите в комментариях. Не забываем подписаться на паблик ВКонтакте. Ссылка в описании, в шапке-канал. Пока что ничего не понятно, что происходит. Ради чего мы все это делаем. Ради куда мы вообще идем. К чему мы идем. Что, какая главная цель у персонажа. Что им движет. Непонятно. Пока что понятно, что мы одни. И в ближайшее время мы, видимо, никого не увидим. Хотя, может, в конце мы увидим какой-нибудь город. Либо еще что-нибудь такое. Вполне возможно. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях, не забывайте подписываться паблик ВКонтакте, ссылка в описании, в шапке-канал. Это была игра Far Lone Soil. Спасибо за просмотр и всем добра.